Не иди, свет! Желтый, сзади, впереди! Мангл, мангл, мангл! Блин, это реально угар! Не иди, не иди! Налево, вот тут налево, задом, задом, вперед! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, классные пацаны и подписчики. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем в FNAF 2 кооп. Пятая ночь, если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем прохождение, выживание и веселье. Блин, ты запустил на своем компьютере, идет лучше даже, чем на моем. У меня, знаешь, плюс еще игра открыта, которая очень потребляет, поэтому... Вот из-за этого тебе лучше идет. Я не вижу в этом никакой логики, но она есть. А вы заметили, шкатулка как-то быстрее садится в этой ночи? Это потому что, наверное, пятая ночь, и быстрее, наверное, 2-3 раза надо заряжать. Да, и аниматроники быстрее еще просыпаются. Да, они вообще, в принципе, моментально проснулся. Пони, ты где? Я стою. Здорово. Бонька ждет, пока вы выйдете. Боня в офисе, я его вижу. Так, так, кстати, так. Помните, все хорошо. Я рассказывала, как быстро бегать и идти. Да, как? Зажимаешь W и вправо, и идешь боком. Это так быстрее, тут складывается скорость, получается. А, и как бы наискосок вот так мышку делаешь, ходишь, да? И ты так быстрее бегаешь, и... это же в Думе еще складывалось, клавиши. Да? Да. Ты такой умный. Да не Ярик. Я завел. Ты молодец, красавелла, брателла, мы сейчас затащим. А представьте, сейчас с первого раза пройдем пятую ночь, м? Это офигеть. Фокси проснулся. Пингвинус, а ты играл в эту часть когда-то или нет? Играл. Ну, так, видосики. Вот так, зашел, испугался и... Не, он видосики смотрел, но не играл. Иди, 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 иди. Иди, иди, не бойся, главное вентиляцию не загораждайте. Фокси, как фонарик? Не, левая кнопка мыши, как стрелять. Если пингвинус первый умрет, мы не удивимся, да, пацаны? Да. Если умрем кто-то из нас, то я удивлюсь. Если умру, я еще сильнее удивлюсь. Блин, ну мы четвертую ночь вообще легко прошли. Бонька, господи, испугался. Испугался, я повернулся, только... Сам ты милый. Так, ожила мангал уже, куча аниматроников ожила. Мне кажется, пятую ночь и мы не пройдем. Что-то у меня такое ощущение. Ну, мы сейчас счастье катали очень долго. Все будет как по ресурсам. Блин, на улице такой ливень идет вообще так громко. Минус, ты забыл, у нас инструкции нету. Вы забыли, я арендовал без инструкции по дешевке. А в комплекте не пошло. Нормально арендовый. Но это тебе не Гарри Смот. Бомбы здесь взрывать мы не будем, так что ремонт не надо после нас делать. Просто надо многотонный робот и поставить на место. О, ребята, давайте вопрос подписчикам. Как вы думаете, сколько весит аниматроник Фредди? Как вы думаете вообще, пацаны, сколько весят аниматроники? Смотри, какой. Вот Фредди. Фредди, сколько весит? Старый или той? Обычный, той. Той, ну я думаю, он где-то... килограммов так 100-200. И чё, тонну весит 100%? Тонну? Да. Ничего себе. Не, мне кажется, тонну это старый, потому что они из чистого металла. И сразу скажу, кто в комментариях ответит правильный ответ, сколько весит аниматроник Фредди, той Фредди, я обязательно вставлю в комментарий. Фокси бежит. Обязательно фонарик включаем, ребятушки. Ой, я к вам включу. А у нас тут туса, мы все втроем и сольемся, лучше разбежаться. Бегать не надо, да. Тихо проснулся. А какой это? Новый. А, не, Фредди, ой, Фокси. Ой. Ой-ой-ой-ой, пацаны, будьте внимательны. Я очень сильно удивлен. Чего? Я умер. Ты умер? От кого? От кого? От Фокси. Ты чё? Не умирай! Я засветился. Но я уже все, Дим.
А, ну все. Я умер, не умирай. Логика железная. Ну, как всегда, у нас, ребятушки, веселье угар. Если вы любите FNAF и классные прохождения и игры, которые мы записываем на канал, обязательно заходите в наш Discord. Ссылочка в описании. Любой может зайти, записать и поугарать. Вот пингвинус, тому доказательство того, что можно. Кто бежит? Я бегу, потому что мне плохо, беги! Меня заметили, побежали, я от них оторвался. Я тоже оторвался. Блин, Фокси. Все нормально, пацаны, все нормально, мы не сливаемся. Пока. Братишка, я в тебя не верю, давай. Пингвинус и то играет. Вот. Ой, лучше уйти туда, туда. Ой, тут целая туца этих аниматоров. Не иди туда, не иди. Дед, ой. Я залагала. Залагала, дед. Стой, дед, не иди сюда. Прошло, прошло, прошло. Так, отлично. Ой. Убила, убила. А ибо не говорится, не надо было бегать на shift. А кто живой? Я живой. А вы все умерли? Да, все они одновременно умерли. О, я вижу труп. А, мама! Ребята, вторая попытка. Надеюсь, мы точно сможем затащить. Блин, ну это сложно. Они на пятой ночи просто максимально все оживают и очень быстро. Так, на shift не бегаем. Возле, на зале лишний раз не ходим. А просто красиво эту ночь мы проходим. Прям стихоплет какой-то. Не знаю, что я хочу тебе сказать. Ты сказал, надеюсь, а так вот, можешь не надеяться, что мы ее пройдем. А чё? Ну, у нас шансов нет. А почему есть шанс? Так как? Мы так самую четвертую ночь не могли пройти, в итоге мы ее прошли. Просто надо попытки, пару штук. Разработчик так и сделал для того, чтобы ты немножко помучился, а потом смог пройти. Правильно? Только на четвертом видео четвертую ночь. Бонька проснулся. Ну пройдем, пройдем. Вы тем более вместе тусовались, надо по разным уголкам забиться. Сколько аниматроников здесь оживает? Давайте посчитаем. А, 7 получается. Ну, а нас трое, четверо. Еще 3 лишних, видите? Ой. Нет. Их и 9. Еще баллон бой же. А, ну да. А баллон бой не убивает, только свет забирает фонарика или как? Или вообще просто ходит? Забирает свет и все, Фокси тебя. Ай-яй-яй. Навсегда забирает? Нет. Нет, на определенное время. А Саби, тут по-другому работает. Он палит именно тебя и бегут аниматроники на. А, он просто говорит, где ты. Короче, я читал в комментариях, что написали, надо с одной стороны подпустить баллон боя, а с другой стороны Фокси, и по очереди слепить его фонариком, и так всю ночь можно пройти. Там Бонни с Фредди общается, ой, пошел. Представляете, как можно все-таки? Нас же четверо, но у нас все фонарики заряжены. Давайте мы так и сделаем. Баллон боя зажмем, а с другой стороны какого-то олдскульного подпустим. Все, и будем слепить его, и мы сможем пройти. Они через баллон боя не могут проходить. Ой, дед, я испугался. Кстати, сейчас хорошо идет, вообще не лагает, да? Я перехвалил опять, просто они не ожили все. Опять оживут и начнется трэш. Блин, это третий компьютер, который подключился и лагает. Ну. У меня все нормально. У нас это самый слабый у этого, у пингвинуса. Пингвинус, это у него он тянет. Обычно лагает у того, кого кто создает. У меня вообще, у меня все нормально, FPS у меня стабильный. Мне тоже все нормально. Короче, это к нам присоединилась Ахагиваги и портит нам. Да, Хаги-ваги на своих компьютерах 1990-х, да? Она дружит с аниматрониками. Ой, Бонни. Прям видел. Ну, я напугался. Кто-то походил на секунду. Смотри, сейчас будет 3 часа ночи, опять будет лагать. Ну вот смотрите, какой прикол. Пока мы их не дразним, они стоят на месте и не бегают по всей карте. Согласитесь? Ну да. То есть, да, каким образом надо проходить? Шкериться максимально сильно. Я посмотрел, короче, на зеркало, я дергался, думал, залагало, а это просто баг. Не, подлагало, ой, подлагало Фокси, чуть-чуть. Фокси! Подлагало, подлагало. Фокси! Фух. Убили? Нет, мы его фонариком шитанули. Слышу, бегает этот челепиздрик вонючий. Дим, мангал по потолкам. Да? Да. Да, помни это. А такой, да тут никого. А ну сядь на корточки, попробую запрыгнуть на тебя. Можно запрыгнуть? Нет. Давайте пирамиду сделаем. А ну подойди до этих, до колонок, подойди до колонок. Вот сюда подойди, вот сюда подойди. А ты тоже присядь, он на тебя прыгнет. А ну давай. Подойди туда.
Не, нельзя, нельзя. Этот подлец, разработчик, все продумал. Было бы классно, да, какое-то место? О, слепите, слепите его. Да мы тебя не боимся, урод. Там, смотрите, либо вы все еще что там втроем вместе умираете, либо я умираю один. Да вообще не умирай. Зачем ты умирать Погодите. Будешь? Мангул. Не, мангул. Просто если к вам аниматроник придет, которого не успеете слепить. Вы че такие все психи-оживальщики? Опа, Мангул, по крыше где-то лазит или где она? Она, да, по крыше, за мной идет тварь. А ее нельзя слепить, да? Ой, сейчас кто-то умрет! Ой. Ты еще в чуть-чуть бы умер, представляете, на каких соплях, на каких щах? Я прям ей на башку дышу. Так, все отлично. Вот это место мне как-то нравится. Может, то, что звук дождя меня успокаивает? Чего вы все на мое место идете? Это наше место. И место на параше. Так, короче, надо валить отсюда, потому что чувствую, мы сольемся. Да, валите, это мои вентиляции. Короче, давайте я буду олд аниматроников задерживать, вы там с этим как-то справитесь. Что-то шкатулка вообще. Кстати, почему у нас шкатулка не разряжается? Разряжается, ее зарядил один из нас. Я смотрю. Нет, она. Нет, смотрите, она вообще не разряжается. А, вот разряжается. Разряжается. Я только что зарядил. Мы ж чит-коды ввели. Чит-коды GTA San Andreas. Бэнг, бэнг, бэнг. Айзак ми. Кто помнит это? Give you money. Money. Я уже не такого пароля там нету. Ну разные были там. Не, я помню, у меня был. Ой, как он ожил. Лист А4 с чит-кодами, и там мой любимый чит-код был. У каждого пешехода есть РПГ. Ой, я уже забыл, он какой-то там такой длинный очень. Sea Waves. Помню, была такая команда, машина любая могла плавать по воде. Я обожал чит-код. Я помню чит-код один, который я запомнил хорошо, это вроде Хисаями. А, да-да-да-да, что-то такое было там. А мой любимый, это когда становится бессмертным и, короче, полицейских можно разносить. Я любил машину спавнить, кататься на ней, разбивать, спавнить новые и дальше кататься. Так, ну что? Вроде бы у нас все хорошо получается, согласитесь, мы полночи прожили. А сколько раз мы в тот раз в первой попытке прожили, кто помнит? Ну, до 4 где-то. Да, вроде до 4. В 3 часа точно начало лагать сильно. Уже все очки. Там вентиляции прям куча этих. Нормально все. Все хорошо. Все спокойно. Не за мной. А, за мной. Кто-то умер, кто-то умер. Это я. Да. Фокси вентиляцию пошел. Валунбой вонючий. Паливный челепиздрик. Фокси вентиляцию. Мы вас светим. Уходи. Там Фокси, куда уходить? У вас проблемы. У нас проблемы. Там на стенке мангл. Там на стенке. Ой, все, мы в ловушке. Да какая ловушка? Тут миллион входов. Карта настолько свободная и просторная, здесь можно ходить. О, вижу true patient. Кто умер, кроме меня? Ты. Ты умер, кроме себя. А кроме меня? Еще один умер. Я чуть-чуть сзади подкралась и убила. О, Дим, можно это вот аниматроников сидеть, они туда никогда не заходят. Пусть так. Куда? Вот аниматроников, где не спавнятся, они туда после этого, как они вышли, туда не. С кем я остался? Пингвинус, молодец. Ты дурак, что ли? А нету, я говорю, старым аниматроником, ё-моё, блин, я так испугался, ну ё-моё. Давайте будем за пингвинусом наблюдать. Пингвинус, ну ты молодец, тебе надо медаль вручить, я так заметил, новеньким везет. Главное, фонариком вовремя свети их. Фокси, слепи. Фонарик, включи фонарик, дай фонариком ходи, пока мне что так. Так, у тебя фонарик еще нормально, да? А нет, у тебя не нормально фонарик, а то 600 у него. Все, выключай, тут фонарик выключай. Тут выключай, да, фонарик. Когда ты видишь тут много аниматроников близко, включай. Пингвинус, иди к тому аниматроникам, у них сиди. Нет! Вот тут и зашкерься. Тебе хватает спокойно. Кстати, тебе да, хватает, это шкатулки хватает. Хватит, да, по идее, до утра? По идее, хватит. Ну, если что, побегаешь от марионетки.
Ты именно классно. Моментально двигается. А внимание, вопрос пингвинусу, страшно? Ну, немножко, кстати, да. Я бы на твоем месте уже выше сидел. Я бы уже обосрался так, что выше на 5 сантиметров бы сидел. Еще когда особенно один остаешься. Тогда вообще стрёмно. Ты понимаешь, что никого нет, а ты один? 4 часа, ребята, ну что, мы поставили рекорд для 5 ночи. По-моему, они бегают. Фонарик, включи фонарик, фонарик включи. Фокси, я же говорю, Фокси. Ой, монаш. Молодец, все, за угол круглого дома заходи. За угол круглого дома. Круглого нет. Фонарик, фонарик включи, фонарик. Все, мы умрем. Да не умрем, ты уже умер, че ты? Не, на контры можешь не садиться, тут только главное без шифта бегать. Не, если на контры сидеть конкретно, им сложнее тебя будет заметить. Я поэтому сижу, меня долго не замечают. А я на X сажусь, на контр не получается. А, да? Лучше не трать фонарик, потому что тебе нужно пригодиться еще слеплять. А че уже, 4.20, смотрите, он тащит. Чтобы сюда все аниматроники скопились, а он чисто пошел по шкатулку зарядил, теперь ему точно хватает. А! Ё-моё, я испугался! Ой, говно, блин, это страшно! Испугался! Фокси, ой! Слепи, слепи, слепи этого говна, еда! Лучше сейчас слепи Боньку, который там где-то стоит, или Фредди. И уходи в вентиляцию, вентиляцию! Вентиляцию, да, вот так, заходи, заходи, спиной, спиной, иди! Иди, иди спиной! А! Блин, то есть... Блин, это реально прикольно. Да не ссы, я так сто раз сделал. А у меня шансов нет, они его забрали. Следи, иди прямо до вентиляции, иди. Прямо, прямо. Ай, блин. Ну ты чё? Ты нам заруинил. Ты заруинил катку. Не иди, свет. Желтый, сзади, впереди. Мангл, мангл, мангл. Блин, это реально угар. Не иди, не иди. Налево, вот тут налево. Задом, задом, вперед. Молодец, молодец. Задом, 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 вот так вот. Заряжай, заряжай, иди. У тебя Фокси бежит. У тебя Фокси бежит. Да не бежит уже, все, басротейшн. Ё-моё. Заряжай, заряжай, заряжай. Все, хватит, 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 до утра хватит. Все, 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 все. Ты не молодец. Ой, ты молодец. Я бы слился на его месте, мне кажется, я бы слился. Все, так и стой. Выключи фонарик, выключи фонарик. Чтоб тебе хватило. Да, все, стой, так и стой. В углу встань, чтоб ты видел вход. Да вот так вот. Фонарик! Фонарик, фонарик, блин, так ору, извините. Ой, блин, это жесть. Вот тут сейчас будет вентиляция, вот так, да, задом, задом, сюда, перед домом, жопой. Иди к аниматроникам в комнату, они могут, они скорее сюда не будут заходить. Задом, задом, посмотри сзади, может, может Фокси бежать. Фонарик, фонарик, молодец, фонарик. Вот так, вентиляцию, вентиляцию, да, вот так иди. Так, отлично, еще 40 минут ему осталось игрового времени. Там нет вентиляции, кажется, что есть, да? Как они все его хотят увидеть, он же один. Обратно иди, обратно иди. Блин, если он пройдет в такой ситуации, я ему, блин, выдам роли в Дискорде, все, которые у нас есть, кроме Модера. Ой, я 16+. А, точно, подожди, Дим, ты сказал Модера, но не младшего. Я ему, нет, вообще никакого, нет. Пусть пройдет, а потом будем разговаривать. Да ты молодец, только фонарик туши сразу. Эконом, эконом. Становись тут, давай, если он пройдет, выдашь ему 16+. Постой тут, постой, просто тут. В прямой видимости не будь у них. Давай, у тебя все шансы, тебе осталось 20 секунд прожить. 20 секунд, реально. Больше, больше, больше. Ну, ну давай будем успокаивать его, 20 секунд. Молодец. Я волнуюсь. Я волнуюсь. Представьте, как я волнуюсь. Ты молодец, ты реально тащишь. Тебе респект, ты такой молодец. Фокси, Фокси, Фокси! Все, 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 вот туда иди, вот так правильно. Вот так вентиляцию, правильно, вот сейчас вентиляция будет, да, вот туда иди. Сзади, 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 посмотри. Обязательно задком там поглядывай. Глаз на жопе есть? 5 секунд, 5 секунд. Он прожил. Да не прожил еще, подожди. Он прожил. Не мешай мне его успокаивать, Дима. Три. Он прожил.
два, один. Боже, пингвин, ты молодец, да ты красавчик, да как ты это сделал? Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, после моей ролики. Еще.